перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки, и сегодня мы будем играть в Drive Ahead. Ну что ж, погнали, дорогие друзья, так, на одного игрока давайте будем по классике играть, ребятки, кто кого разобьет, конечно же, голову. Так, ребяточки, вперед! Ой, тихо-тихо-тихо, ребятки, я ж синим играю, да, ай, красному дали очко. Потому что я, ребятки, чуть-чуть неправильно сделал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, опять красному очку, потому что я первый упал. Так, стой-стой-стой. Ой-ой-ой, это что такое-то? По коровам, ребятки, мы ехали и врезались друг в друга. Тихо-тихо, я не понял. О, отлично, мне очко, ребятки, а он разбился. Отличненько. Так, что это, я на ракете еду, что ли? О, у меня голова огромнейшая. Конечно, как же на нее здесь не наехать-то? Так, ну я теперь на эскаваторе, ребятки, и я хочу вам сказать, что я могу. Раз не победил, ребятки, я разбил свою голову об бомбу. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, собственно, с вами начнем заново. Так, ну что, робот, ребятки, едет на кладбище на каком-то нас разбитом. И это робот, ребятки, Дед Мороз робот. Отличненько, ребяточки, мы разбили сопернику его автомобиль, и это просто замечательно. Так, коляска. Обычно, ребятки, коляска, посмотрите, с малышом. Вах, как она крутит сальто. И я сам себе, ребятки, разбил голову. Так, ну что ж, ребяточки, давайте начнем играть заново. Ой-ой-ой, чайником каким-то наехал на меня, непонятно. А я на лодке с колесами. Вау, я на мотоцикле. Отличненько, ребята, я ему разбил голову, и он на лошадке упал в пропасть. Это разве не круто? Ух, я на динозавре. Отлично, динозавр прокусил его. Классно, круто. Так, ну что, машина-бензопила, ребятки. Или мотоцикл-бензопила. Давайте как-то так его называть. Вау, давай-давай. Есть еще чуть-чуть, и я бы его распилил. Ай-яй-яй-яй-яй. Я, конечно же, не смог, ребяточки, этого сделать. Отличненько, дорогие друзья. Мне очко. Он разбился об пальму, оказывается. Или ему кокос на голову упал. Или ему что-то ударило в голову. Я где-то улетел. Ой, ребята, красному очко, потому что я при... Когда делал сальто, разбился нечаянно. Ай-яй-яй-яй, ребятки, красный победил все-таки. Видите, все-таки он был сильнее, чем я. Но мы не будем, ребяточки, сдаваться. И мы будем дальше заниматься нашей игрой. Так, такая тачка была крутая. Красному очку опять, ребятки, я в ту сторону поехал. Там малыш был на машине. О, у него крутая тачка, смотри. Он столкнул меня просто, ребят. Он меня просто-напросто столкнул, и все. Чего стоило ожидать? Ух, давайте, вот видите, даже конь сталкивает меня, ребят. Я на каком-то птеродактиле летаю. Отлично, ребята, птеродактиль прямо приземлился ему на шлем, и мы его разбили. А это что за дракон? Ох, дракон крутой, в натуре. Посмотрите, ребят. Нет! Меня засосала пила, ребята, и разрубила на части. Вау, вау, вау. Вау, да, ребята, мы смогли прострелить сопернику шлем, кабину. Давай, 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 я не знаю, что. Давай-давай, отличненько, это просто круто, ребятки. Я поджидал этот момент, и я смог сюда. О, на тележке, смотрите, супермаркет, ребятки. Я украл в супермаркете тележку, и теперь на ней катаюсь. Ничья, ребят, разбились, голова была, вы представляете? Просто-напросто, ребятки, ничья. Разве такое бывает? Мне очко, дорогие друзья, потому что он разбил голову об памятник, наверное. О, я с елкой, ребятки. Коровы, коровы, ого. Что это за коровы такие-то, а? О, отличненько, ребятки, мы победили. Мы прямо ему заехали колесом аж туда в середину. Чтобы он почувствовал победу мою на вкус, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали, ребятки. Вперед, вперед, вперед. Красным, ребятки, очко. Я все-таки разбил свою голову нечаянно. И красный получил очко. Так.
Бах! Ай-яй-яй-яй-яй, ребятки, я врезался совсем. Так, давай по новой будем делать. Вау! Вот это да! Вот это прикольно! Тихо-тихо-тихо, малыш, аккуратненько вот теперь давай. Покажи ему, где раки зимуют. Отличненько, дорогие друзья. И нам дали очко. И это просто круто. Вперед. Ого, да, меня дракон прокусил, конечно же. Много разговаривать не буду. Дракон меня прокусил. Так, теперь, ребяточки, я прыгаю вниз. Ой, давай. Отличненько, ребят. Просто супер. Так, ну что ж, поехали. О, посмотрите, на каком я конике. Трехколесный конь. Ребята, вы только посмотрите, как я прикольно катаюсь на таком вот конике. И я, ребятки, совсем нечаянно, совсем разбился, дорогие друзья. Вау! Вау, ребята, ой-ой-ой-ой. Что творится-то? Посмотрите, какой у меня мобиль, ребяточки. Прикольный. О, отлично, экскаватор утонул. Ха-ха-ха. И мы победили, дорогие друзья, дуэльку нашу. О, летающая тарелка, ребят. Ой, пушка, пушка, царь пушка стреляет в меня. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй, дорогие друзья. Упали, 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 упали. Давай назад. Воу, хо-хо-хоу. Отлично, просто круто. А, вы посмотрите, ребят. Ой, есть совсем. Ребятки, случайно, простите, я не хотел. Так получилось. Так, давайте, ребятки, выберем все, что нам нужно. Так, ну что ж, поехали. Ой, тихо. Да, ребяточки, мне очко, потому что я все-таки победил. И это просто замечательно. Ай-яй-яй, мой крабик, ребятки, разбился. И ничего с этим не поделаешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Упали. Вот танк. Стреляй в него. Ого. А чё я не в ту сторону-то стреляю? Вот, а я его переехал гусеницами, ребятки, своими. Мне и стрелять не нужно. О, катафалк, ребята. Машина катафалк. Посмотрите, там сзади ящики вылетают. Вау, ребята! Вы видели, как мы эпически это сделали. Это просто было круто. Красному очку он же сразу же, ребятки. Я не успел даже убежать. Он сразу же наехал. Ого, ребята! Мяч пробил ему шлем. И мы, ребятки, победили. Назад, назад, назад. Вот так вот. И теперь ему на голову. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами победили. И это просто классно. Так, дорогие друзья, поехали. О, машина акула у меня, ребят. Ого. Косточка какая-то. Отличненько, ребята. И он просто-напросто улетел за ринки. Таким образом, он в лаве испекся, а я победил. Вот так вот, отличненько, ребят. Вау, ребята! Вот это круто! Отличненько, дорогие друзья! Ого, ребята, посмотрите, утконос победил! Я не думал, что утконос победит. Но утконос победил, ребята! Вау! Ой-ой-ой! Ребята, красному очко! Я не ожидал, что красному очку будет. Ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки, я разбился. Совсем разбился. Так, давай назад, назад, назад. Теперь сальтуху делай. Аккуратно тут сальтуха, Юра. Да что ж ты будешь делать, а? Аккуратно, аккуратно, совсем аккуратно. Давай, давай. Отлично, просто супер. Вау!
Тихо-тихо-тихо, на грае. Ай, прямо колесом, ребяточки, он наехал на меня. Так, ну что ж, дорогие друзья, хочу вам сказать, что этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был, как всегда, Юра, дорогие друзья. Если вы еще не подписались на мой канал, ребята, нажимаем на клоуна, которого сейчас видим перед собой. И подписываемся на мой канал, дорогие друзья. И до скорых встреч в новых играх. Пока-пока.